Национальный день Анзак отмечают в Новой Зеландии. Каждый год здесь вспоминают тысячи погибших в Первую мировую войну солдат из частей австрало-новозеландского армейского корпуса «Анзак». Премьер-министр страны возложила венок в зале военного мемориала «Маунт Альберт». В траурной речи она упомянула войну в Украине. «Все мы помним о вторжении в Украину. Это самое мрачное напоминание о хрупкой природе мира и разрушительном воздействии войны на жизнь людей. Возможно, мы чувствуем себя на большом расстоянии от этого конфликта, но мы неразрывно связаны с его последствиями». Торжественные мероприятия прошли также в Турции. 25 апреля 1915 года войска из Австралии и Новой Зеландии высадились на полуострове Галлиполи под британским командованием и попытались вывести Османскую империю из войны. В ходе боев погибло около 44 тысяч солдат союзных войск.